узнаем об этом из соцсетей. Если ты хочешь уйти, ты должен, значит, вести диалог какой-то там, с Германом, с тренерским штабом, с чужим, с тем же, да, например, пообщаться обязательно надо. Если серьезно, ну, надо как-то сообщать об этом, а не кидать какие-то обидки. Я видел, да, что Эрикяна здесь заменили. Он очень недоволен был что-то там. Бил по штанге. Я боялся даже, что может опять травму получить. Все бывает. Обсуди, поговори, скажи, выскажи свое недовольство. Люди, которые уходят как обиженки, ну, окей. Я не против. Был склонен к этому давно, мне кажется. То туда, то сюда, то уходит, то приходит. Не знаю, все думали ради хайпа это, но, как видите, это было, видимо, реально на эмоциональном уровне. Вот. Не осуждаю, это его выбор. Вот. В принципе, я ни туда, ни сюда. Он еще отписался от меня, поэтому я нейтрален, не сочувствую. Да даже не людям доказать самому себе, что я могу закрыть им рот. Но вместо этого надо говорить о том, что ментально я не справляюсь. Так ментальность — это, основа спорта, не футбола даже, спорта любого. Да, и плюс это медийное поле, тут без этого никуда, тут хейт на хейте. У нас миллионы желают именно каждому из нас провалиться, которые ждут моменты, когда кто-то из нас оступится, чтобы обхуйсить его, и ты должен привыкать. Ты должен понимать, кто тебе это пишет. Люди, которые тебе пишут хейт, там, не знаю, в комментариях и так далее, это были люди, которые ничего в жизни это не добились. Тебя могут судить только тренера и профессионалы. Образно говоря, когда тебя судят 12-13-летние типа школьники, и ты это читаешь и думаешь, как же, что меня хейтят, ну, это говорит о том, что ты, хотел сказать, дурак, но, ну, ты понимаешь, короче, меня, вы, точнее, меня понимаете. Но это очень глупо, когда кто-то обращает внимание на критику детей, это так тупо. Кто сказал про критику детей? Нужен. Если я говорю здесь про команду. Здесь все логично. Эрикян... То есть, да, знаешь, как-то слишком долго длился, все-таки уже отпустили это, и все как-то, ну, вот реально отпустили Яну просто, получается. То есть ему надо было раньше уходить? Тогда был бы конфликт, тогда было бы интересно. Тогда надо было не приходить тогда, ну, если типа так вообще. Вот это правильные слова, я до сих пор не понимаю, не в обиду Эрикьяна, не в обиду Германа, но Эрикьяну нужен был Амкалу, вот после того, как он ушел как бы из Тудроц, зачем он нужен был Амкалу, что... Что они хотели добиться этим? Они хотели получить высококлассного игрока на место Вити Блатова?
Нет, ну давайте говорить просто по факту. Я уважаю Рикьяна, да, я люблю его, я считаю, что это будет лучший игрок 2022 года, но давайте объективно судить. Выиграл бы он позицию у Блатова? Я думаю, нет. Выиграл ли он позицию на фланге у кого-нибудь? Ну, я думаю, но на самом деле как бы тоже нет, потому что там играют Чуш, Майк, достаточно сильные игроки, да, сильные футбики, с которыми очень сложно конкурировать. И вот как раз единственное, наверное, что у Фикуса было нормальное в видеоролике, это сравнение по позициям, кто где играет и у кого нужно выигрывать конкуренцию Эрикьяну. Поэтому как персонаж, ну я не знаю, что Эрикьяна сделал в Амкале как персонаж. Вот, ну, единственная фраза «это игнор», вот тоже непонятно, как бы для чего такое чувство было, как будто, знаете, это было все назло Тудрос. Я понимаю, что это было не назло Тудрос, да, Эрикьян изъявил желание поиграть в футбол, его приняли, но я говорю, что со стороны такое чувство, как будто это было все со стороны Тудрос, потому что по факту Эрикьяна Амкалу, в принципе, не нужен. Наглашенную эмоцию он вызывал, но... Да, это и прикольно, понимаете? А смотрите, многие тут говорят, меня, например, напрягает, да? Кто-то в чате, да, сказал, Паша, по-моему, сказал в чате, то, что меня напрягает, то, что он какой-то высокомерный, большого о себе мнения. А что в этом плохого? То есть, ну, прикиньте, чувак бы, например, сидел и говорил бы, ну, я дерьмо. Но разве это круто для собственной самооценки, для отдачи? Это хуёво. Поэтому, в принципе, я уважаю за то, что Эрикьяна действительно говорит, что он будет лучшим игроком в 2022 году. Он молодец. В этом плане он молодец. А где он будет? Мое мнение в Тудроц. Ждите. Кто замазан? Знатоки, скажите, пожалуйста. Мне действительно интересно. Вот я посмотрел пост Эрикьян в телеге. Федя, Бизакс и Вася. Там 3 человека. Ну вот тут, знаете... Я скажу так, то, что я не... А, да, вот вижу, вот Бизекс, да. Короче, я на самом деле не особо понимаю, зачем было вот так замазывать, что они именно сделали Эрикьяну, что... Ну, это не особо красиво, даже если плохое отношение. Не поймите меня неправильно, но... Вот посмотреть, например, как бы на эту фотку, да? Справа, я имею в виду, Тудрос. Вот Эрикьяна ушел, я бы никогда в жизни, даже если бы он мне сказал бы плохое слово, я бы его не замазал, это как-то, ну не знаю, это смотрится как-то не особо красиво со стороны, даже если он их не уважает. Да не, все равно, ну, в любом случае нельзя, но это какой-то действительно, нельзя, блядь, замазывать так. Но это было, знаете, это было прям, ну, показательно. Он их замазал для того, чтобы были вопросы. Кого, почему... Короче, не лайк. Я понимаю, что он сказал, что он не замазал только друзей, но вы прикиньте, грубо говоря, не знаю, я с кем-то фоткаюсь, да, с каким-то коллективом, я это выкладываю, и если они не мои друзья, мне что, их замазывать? Ну, это, ну, блядь. А, ну да, кстати, Паш, возможно, это посыл в том, что слева 2 друга, справа все друзья. Ну... Не знаю, все равно, мне кажется, такой себе байт. Но мне просто ментально было очень тяжело. Ну и четвертое, Эрикьян... Я скажу так, ему будет еще хуже. Многие люди почему-то не думают, когда они говорят то, что в данный момент, да, например, находиться в коллективе, еще что-то, им тяжело, и они не стараются делать никаких шагов к исправлению ситуации. Уходя из Амкала, зачеркивая Бизекса, Маврина, Фидоса на фотке, говоря о том, что он их удалил из друзей, потому что они ему не интересны, он не улучшает этим ситуацию. После этого мува вряд ли, ну, грубо говоря, там Женек такой резко такой говорит, «О, ты сделал такую тему, гоу к нам в Тудроц!» Я считаю то, что это неправильный мув. Но Эрикьяна, когда делает такие мувы, он же не готов к этому хейту. Он же не готов к тому, что сейчас с ним может случиться, потому что, блядь, ну, хорошо, что он еще вот просто хотя бы такие вещи сказал, а если вернуться далеко в прошлое, да, примерно на год назад, и мы вспоминаем тот момент, когда Эрикьян ушел из Тудроц, и Ярош сделал историю, точнее, Ярош ему написал в личку, и Эрикьяна выложил это в историю, в принципе, ситуации-то аналогичные. Просто Эрикьян это сделал без мата, да, как Ярош. Ярош это сделал с матом.
И ситуации аналогичные, хотя Эрик Яна говорил о том, что он не понимает, почему, ну, Ярош настолько грубо отзывается о нем. То же самое я сейчас могу сказать, Эрик Яна, я не понимаю, почему ты настолько грубо отзываешься об этих людях. Я привык к тому, что коллектив поддерживает игрока до последнего. В любом ситуации, особенно в сложных. Амкал Эрик Яна тоже не был... Тут я, знаете, тоже не согласен, потому что... Блядь, ну критика по поводу игр, она же обоснована. Ну, к сожалению, она обоснована. Знаете, давайте уберем вот последний МКС, да, на котором я сыграл, например, 15 минут. В челленджах, ну, у меня там проблемы с ударом, да, я это не скрываю. Хорошо, базару ноль. Но вот если брать, например, прошлый МКС, ну, кроме удаления, ладно. Никто никогда не говорил о том, то, что я как-то плохо сыграл. При том, то, что, ну, я прекрасно объективно понимаю, да, то, что я проигрываю очень многим людям в центре поля, ну, если брать вообще все команды. Но это мне не мешало стараться играть, невзирая там на травмы и на все остальное. А дать передачу всегда мог, принять мяч всегда мог. Что еще нужно? Как бы если ты не можешь бить поворотом, да, из-за своей травмы, если ты не можешь создавать атаку, ну хотя бы отрабатывай. Хотя бы передвигайся по полю, чтобы тебя заметили, чтобы тебе сказали лайк за твою работоспособность. Но и такого как бы не было, поэтому... Не, ну ладно, было в некоторых матчах, но с не особо сильными соперниками. Многие могут сказать, точнее он может сказать о том, то, что мне не давали время, но, блять, почему, например, Маврину, Бизексу, Прокопу, тому же Майку, Чужому, всем остальным хватает даже 10 минут, чтобы показать себя на поле, а кому-то не хватает. Кого это вина, скажите мне, пожалуйста, чья вообще это вина, если ты выходишь на поле и тебе там, блять... Там даже не 10 минут, там даже 22 минуты. Как говорил Фику в своем ролике, 22 минуты, которые они поделились с Форзой. Если ты за 22 минуты не можешь себя показать никак на поле, то чья это вина? Это вина твоей команды? Это вина тренера? Нет, это твоя вина, это вина, блядь, твоей позиционки, твоей, в принципе, всей игры, понимания футбола. Если тебе не дают мяч, получи его сам. Отбери его, напряги, не знаю, там, соперника, защитника. Либо откройся так, чтобы ну, у твоих партнеров не было варианта, кроме как отдать тебе мяч. В чем проблема-то? Ну, я имею в виду, если человек возносит себя на лучшего игрока 2022 года, согласитесь. И много неприятных вещей в чей-то адрес написал. Мы пытались объяснить, что это шутка, но эту шутку он воспринимать не хотел. И тогда стало ясно... Вот об этом я и говорю, то, что Эрик Яна еще, к сожалению, не умеет воспринимать критику, шутки... Хотя, не знаю, вот я с ним последнее время общаюсь, ну как, последние, наверное, месяца 3-4, и все нормально. Даже вот когда трансляции были у Егора, вы помните, когда были совместные трансляции с различными блогерами, даже когда я там залетал в Инстаграм к Егорову, там был Эрик Яна, и я помню, ну я писал, угорал о том, то, что там Эрик Яна, там, как отбелить кожу, и он это воспринимал совершенно нормально, что он говорил, там, нужно там молоко, там... Все эти дела, короче, он воспринимал юмор, а тут он почему-то относится как-то с агрессией. Возможно, потому что это говорят люди, которые ему неприятны. Ошибка его, что он сразу залетел на такую большую аудиторию, Туро Самкал, видимо, очень сильно рассчитывал на свой образ. Да... Ошибка была его в том, что он изначально заявил, что он профессионал. Потому что его начали все расценивать как профессионала. Если бы он изначально пришел бы и заявил то, что мне нужна медийка, его бы, ну, на него не было бы такой огромной ставки. Как Карен. Карен себя, по сути, заявил, знаете, как... Ну, блядь. Карен, короче, залетел на Тудроц не как футболист. Карен залетел на Тудроц... Клоун это будет, знаете, такое оскорбительное высказывание, но как такой, типа, как, ну, как блогер, да, давайте будем говорить, как блогер он залетел. И мало того, что он залетел как блогер, он еще и в челленджах себя достаточно неплохо показывал. То есть на него не было вообще совершенно никакой-то ставки. Если вы вспомните комментарии, да, когда вообще в конце, в принципе, выбрали Карена, многие, например, хейтили за то, что мы выбрали Карена, а не Эрик Яну. В итоге сейчас все, например, понимают, почему, ну, как минимум, я голосовал за Карена. Не потому, что он мой друг еще до отбора, а потому, что я в Карене вот увидел именно эту жилку, знаете, прям медиа-жилку. И это очень круто. Такого человека, например, не хватало. А Эрик Яна, наоборот, он вошел, типа, я Неймар.
Я профессионал. Ребят, если вы хотите выиграть, вы обязаны положиться на меня. Но, к сожалению, мы пока еще не увидели пика Эрикьяна. Многие люди очень сильно превозносят футбол. В плане... Блять, ну в плане вообще, знаете, как игру. Мола, ну, говорят, кого-то, короче, принижают, кого-то, наоборот, возвышают и так далее. Попытаюсь объяснить. Одно дело, когда ты играешь в атаке, да? Например, я тот человек, который... Ну, блядь, давайте судить объективно, да? Я не могу играть в атаке, потому что у меня хуёвый удар. Я не могу играть в атаке, я... хотя я там могу там замыкать и всё остальное, но я не могу там с какой-то точки там пробить. Поэтому в этой ситуации нельзя, знаете... Говорить о том, то, что вот, там скоро у меня все наладится, там я подкорректирую свой удар. Нет, это позиция на поле. Кроме позиции атаки, есть еще и позиции сзади. Поэтому в моменте, вот так, когда я был, например, в академии, да, той же, и когда, ну, понимали мои, грубо говоря, сильные и слабые стороны, сильная там сторона, это была физика. Где играть физически одаренному, по крайней мере, на тот момент человеку? Ну, конечно, сзади. Обороняйся. Не умеешь атаковать? Обороняйся. Поэтому, как бы странно это ни звучало, да, но Эрикьяну нужно подумать о своей позиции. Если он не умеет создавать, если он не умеет замыкать, может быть, ему стоит тогда подумать в футболе о смене позиции? Потому что с его, например, ростом, с его габаритами, возможно, он, ну, достаточно неплохо бы смотрелся и на краю защиты. У него вроде как бы и не маленькая скорость. Поэтому, ну, нужно думать. Пусть играют в атаке люди те, у кого это лучше получается. Такие, как... Чужой, Майк, да, Эйтон, которые, ну, одаренные люди. Нужно, вот как правильно человек говорил, объективно оценивать свои силы. И объективно понимать... Вот, да, Олег Дрожук, да, человек, который играл в нападении. В какой-то момент у него, например, не получалось играть впереди, он ушел на СЗ. И, как я считаю, вот в последний матч, по крайней мере, прекрасно себя там показал. Мало того, он и забил гол. Поэтому нужно объективно оценивать свои силы, ну, к сожалению, понятное дело то, что каждый, наверное, ребенок, который занимается футболом, он смотрит, наверное, на Криштиану Роналду и на Месси и хочет играть на его позиции, хочет забивать столько же мячей, но, блядь, ну, к сожалению, так получается то, что, ну, не всегда идет так, вот как вам хочется, не всегда идет... Ну, все по плану. Ему не нравилось, что на него в матчах не играет. Ну, и по факту, ему не нравилось, как играет он сам. И... Как медийно продвигать человека? Объясните мне. Я вот до сих пор, ну, не понимаю. Почему Прокоп заставляет обращать на себя внимание? Наверное, потому что он делает еще в матчах, да, какие-то движения. Потому что он на камеру, бывает, да, вкидывает то, что... Многие, конечно, не хотят услышать, да, но то, что все равно вызывает вопросы, обсуждения, да, как минимум, внимание. Опять же, я хорошо отношусь к Эрикьяну, но что сделал Эрикьяна за все присутствие в Амкале? Чтобы на него обратили внимание, чтобы его медийка как-то возросла. По сути, ничего. И он пытается оправдаться тем, что ему дают очень мало времени на поле. Но это же бред. Ты за 20 минут можешь сделать, блядь, столько, что весь выпуск будет построен только на тебе. А если ты не играешь на поле, ты можешь вот как Денчик Фломастеров, да, взять GoPro и выдавать какую-то реакцию. Всегда есть варианты прокачать себя в медийном плане. И если тебя не выпускают на поле, ты должен уважать в первую очередь тренера. Значит, он говорит о том, то, что, ну, ты не готов еще. Но на тренировке ты же ходишь, на тренировке ты же играешь с людьми. И когда ты будешь готов, ты выйдешь на поле. Пример Бизекс. Человек, которому, блядь, 30 с хуем лет, но тем не менее он выигрывает конкуренцию у Прокопа и доказывает это на поле. Поэтому, ну, я не понимаю. Пока не понимаю, честно, до конца некоторых людей в медиа. Знаю, что такое, блядь, по позиции, как человек должен играть. То же самое, что Бара, блядь, пиздачит мяч нахуй. Ну то, что, блядь, люди не шарят, которые смотрят, блядь, по позиции, как человек должен играть.